как жить. У одного юноши никак не ладилась жизнь. Все время его мучил один и тот же вопрос. Как жить? В каком направлении ему двигаться? И вот в один прекрасный день собрался он в путь, чтобы спросить об этом у всех великих людей, которые повстречаются на его пути. В одном большом городе юноше повстречался очень известный и богатый торговец-реформатор. Он был дорого одет, а рядом с ним была охрана. «Можно задать вам один вопрос?» — робко спросил юноша. «Конечно», — ответил торговец. «Подскажите, как мне плыть по этой реке жизни? Как правильно жить?» «Не будь как все», — жестко ответил торговец. «Не плыви по течению среди серой и безразличной массы. Ты должен выделяться из толпы. Жизнь — борьба. Ты должен бороться за свое место под солнцем. Уверенно рассекай волны, стремись, добивайся, преодолевай трудности ради своего и всеобщего блага». Но юноше этот совет не пришелся по душе. Он поблагодарил торговца за уделенное время и отправился дальше. В далеких горах юноше повстречался мудрец-отшельник, о мудрости которого ходили слухи по всему миру. Мудрец жил в маленьком деревянном домике и был очень просто одет. «Можно задать вам один вопрос?» — обратился юноша к мудрецу. «Конечно», — ответил тот. «Как мне плыть по реке жизни? Стоит ли сопротивляться течению?» «Нет», — ответил мудрец. «В этом нет никакого смысла. Река нашей жизни течет в соответствии с ее законами. Сопротивляться им значит входить в конфликт со Вселенной. Отдайся реке жизни, растворись в ней, плыви по ее течению, и ты познаешь истину единства с мирозданием». Но и этот совет не пришелся юноше по душе. Поблагодарил он мудреца и пошел искать ответ дальше. У подножья одной горы он встретил известного по всему миру учителя-наставника. Он был одет в белоснежную мантию и находился в окружении учеников. «Можно задать вам один вопрос?» — обратился юноша к учителю. «Конечно», — ответил тот. «Подскажите, учитель, как мне жить? Плыть ли против течения, борясь и побеждая, или по течению, не сопротивляясь ему и растворяясь в нем?» «Эх», — вздохнул учитель, — «насоветовали тебе многого. Но суть заключается в том, чтобы плыть не по течению и не против, а туда, куда тебе нужно. В этом мудрость и разум твой должен быть твоим рулем, а душа — парусом». Этот совет пришелся юноше по душе. Он обрадовался обретенной мудрости и пошел домой. Вернувшись домой, он увидел соседа, который сидел на берегу реки в окружении своей семьи и весело о чем-то рассказывал. «Разве может помешать лишний совет, особенно когда мудрость уже есть?» – подумал юноша. Он подошел к соседу, рассказал о своем путешествии и в конце спросил: «А для тебя какой путь правильный? Плыть по течению или плыть против течения? Или под руководством разума и души плыть, куда тебе нужно?» «Течение?» – удивился сосед. «Оно меня не волнует. Я просто люблю плавать.